Что нужно, чтобы жить счастливо? Нужно делать то, что приносит удовольствие, и избегать того, что приносит боль, и знать меру. Какую? Не приносить страдания и вред никому, даже самим себе. Я понимаю. Ты хорошая учительница. Не довольствуйся только моими словами. Слушай всех и думай. Слушай Артуру, твоего отца, Хулиана. Наташу, когда она начнет задавать вопросы, впитывай все, что можно, и делай собственные выводы. Мама, ты очень хорошая учительница. Спасибо, любимый.